А нам не надо больше лидеров. Мы вот так нахлебали своей истории лидеров. У нас что там солнцеподобный генеральный секретарь, что луноликий царь, что, так сказать, там сдвигающие горы, поворачивающие реки, президент. Вот нам вот эти лидеры, вот они где сидят. У нас ну, вот эта узурпация власти. А лидерами. Народу русскому тоже не надо? Вот как вы считаете? Народ русский сейчас не существует. Общество разбито, раздавлено, фрагментировано. И поэтому никакой сейчас общей точки зрения, да еще и там насаждены фашистско-нацистские порядки. И в этих условиях даже бессмысленно себя ждать какой-то общественной реакции. Ее просто быть не может. Просто быть не может. То есть все равно, ну как вот вы пришли в концлагерь, говорите, ребята, а вам кто нужен больше, президент, царь, генеральный секретарь или, так сказать, лишний пайка баланды? Вот, понимаете, кого сейчас мы будем спрашивать?